Rainbow English, учебник 5 класс, 2 часть. Unit 5, Step 5 и упражнение номер 9. Посмотрите на карту и напишите ответы на эти вопросы. Which city is in the north of Great Britain? Wick or London? Какой город на севере Великобритании? Wick или Лондон? Север у нас вот здесь, значит, это именно Wick. И пишем. Я, правда, не знаю, нужно полный ответ давать или можно сокращенный, но давайте на всякий случай полный. То есть в нашем случае будем писать так. Wick is in the north of Great Britain. Хотя на самом деле можно коротенький ответ. Wick is. То есть я вот не знаю, какой тут нужен, поэтому давайте на всякий случай я все-таки длинный напишу. Второй. Which city is in the north of Scotland? Wick or Glasgow? А какой город на севере Шотландии? Wick или Glasgow? Шотландия у нас вот здесь находится, и опять же Wick находится именно на ее севере, то есть Wick is in the north of Scotland. Третье. Which city is in the east of England? Hull or Blackpool? А какой город на востоке Англии? Hull или Blackpool? Англия у нас вот здесь. И теперь смотрим, что же у нас именно... Так, секунду, на востоке. Восток вот здесь. То есть, как мы видим, Hull как раз на востоке, а Blackpool, наоборот, на западе. Поэтому мы пишем Hull is... In the east of England. Четвертое. Which city is in the south of Great Britain? Brighton or Hull? Какой город на юге Великобритании? Brighton или Hull? То есть, опять же, Brighton на самом юге. Ну, значит, ответ будет с ним. Brighton is in the south of Great Britain. И пятый, последний. Which city is in the west of England? Blackpool or Wick? Какой город на западе Англии? Blackpool или Wick? То есть, опять же, Wick у нас наверху, да, на севере. Ну, значит, Blackpool, он на западе. Blackpool is in the west of England. Ой, секунду, я вам тут написала так, вот так, да, то есть Hull.